Здравствуйте, я Екатерина Юсупова, руководитель детской студии «Мультипликация аниматика». И сегодня я хочу вам рассказать, как стать настоящим мультипликатором, с какого возраста и что для этого нужно, вы узнаете в моем первом видеоуроке. Начнем с того, что такое вообще мультипликация и анимация, и в какой технике вы сможете самостоятельно создать свой собственный мультфильм. Как вы уже, наверное, слышали, слово «анимация» произошло от латинского слова, которое означает «оживление», «одушевление». Вот мы с вами сможем оживить своих героев. Существует много технологий по созданию анимации. Это и компьютерная, и 3D-анимация. Но самая распространенная и легкая по созданию собственного мультфильма – это, конечно же, стоп-кадровая кукольная анимация. Как это происходит? Герой фиксируется в одном положении, фотографируется, меняется его положение, опять фотографируется. И череда этих кадров будет создавать движение нашему персонажу. И для этого нам необходимо всего лишь фотоаппарат со штативом и ваша фантазия. А если вам уже 6 лет, вы легко сможете создать свой мультфильм без чьей-либо помощи. А для создания наших героев существует множество материалов, которые есть у вас дома. И как вы уже догадались, это пластилин и бумага. И первый наш мультфильм будет пластилиновый. А если у вас уже есть идеи, какой вы мультфильм хотите создать, то смотрите мой второй видеоблог, с чего же начинается написание сценария нашего будущего мультфильма. Пока-пока!